А вы знаете, что в пшеничных блинчиках витаминов и минералов в 2 раза больше, чем в обычных? А с голубикой они еще и в 4 раза вкуснее. Привет, мам! Попали, меня ем. О, привет, дорогая, есть хочешь? Голубчик, мы уже говорили об этом. Правда? Я что-то... Да, а что это у тебя такое? Наш завтрак. Да, это смешно. Нет, серьезно, что это у тебя такое? Это бразильский орех. Не думала, что найду его так близко от дома. Хочу показать детям, как его открывать. Вот так, что ли? Папа нам уже показал. Пора уже нашей семье расправить крылья. Посмотри. Айфон, телек, блинчики. Мы ведь не люди, мы птицы. Мы должны отправиться в джунгли и быть птицами. Чтобы дети поняли, откуда они. Чтобы узнали, как жила я. Им нужно это, нам нужно это. Ну, голубчик, что скажешь? Не знаю. Может быть. Он не сказал нет. Значит, он практически сказал да. Эй, подождите. Так здорово. Да, йо-хо, полетим в Амазонию. Стоп, что такое Амазония? Там москиты сосут кровь, как коктейль. А змеи глотают целиком. А глотоядные пираньи, которые едят плоть. О, звучит заманчиво. Я не поеду. Парни, 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 голубчик, тебе нечего бояться. Все эти истории сильно преувеличены. Ты так думаешь? Конечно, раз для жемчужинки это важно, поезжай. Довольна жена, доволен муж. Запомни. Хорошо, да, ты прав. Небольшой семейный отпуск, это здорово. Ну и потом, это же не навсегда. Другой разговор. Да, хорошо. Про это секунду. Есть. Очиститель воды. Есть. Пластырь. Мне кажется, я что-то забыл. Ух, Лёва! Многофункциональный нож путешественника! Чёрт, я его понесу. Это не для тебя. Пап, смотри. Ты знал, что на Амазонке есть змеи, которые глотают целиком? Вообще-то, умничка, эти истории очень сильно преувеличены. Нет, правда. Смотри. О, отпад! Ну как, все готово? Это что, барсетка? Да, для GPS. Так, стоп, где GPS? Карла, мы улетаем. Я не полечу. Это будет тухло. А, ну все, вот он. Часы отстали, но музыка с нами. Стойте, вы тоже летите? Мы летим. Конечно. Мы будем искать самые крутые, дикие таланты в джунглях. Для карнавального шоу, которое будет в этом году. Дикая Амазонка. Клево? То есть, да, ладно. Я тоже полечу. Амазонские джунгли, мы летим! Кто готов к тропическим приключениям? Обида, 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 снимай. Туги у Амина, джунгел буэ лава. Обида, обида, майна, джунгел. Добрия джунгина, слава причубе. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. О, как красиво, Найджел. А что это значит? Смерть, Габи. Речь о смерти. О, Найджел, я люблю, когда ты весь такой мрачный и задумчивый. Посмотрите на нас, изгои. И ядовитая лягушка, и нелетающая птица. Такие разные, и все-таки похожи. Кошмар. Немного из полета на сегодня покончить. Нужно успеть на корабль. По мнению GPS-леди, мы будем на месте к утру. Жить будет, а вот летать никогда. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? И надо оказать сопротивление. И... в смертельной схватке с целым морем бед покончить с ними, умереть. Так, это было круто! Да, вот такой напор нужен на кастинге. На кастинге? Продолжайте. Мы ищем новую звезду. Звезду? А мы не знакомы? Мы раньше с тобой не встречались. О, нет, я не думаю. Боб. Да, Боб. Птица. Ну, Боб так Боб. Покажи, что умеешь. Ну, случай был такой со мной.
Думал мне конец. Думал, жизнь остановилась, и теперь крылья как свинец. Я научился быть сильней. А ну, сильней! Дайте мне то, королем хочу быть! Я все смогу! Я буду жить! Я буду жить! Вам есть! Берем! И супер! Ждем тебя завтра вечером на выступлении! Придут все из Гнездовья! Это будет бомба! Придут все! Все? Это идеальный план! Ты, моя крошка, станешь оружием массового поражения! Уверен, это будет убойно! Зловещий смех – моя фишка. Хорошо. Фунтик. Танцевает к мсянью, как аду суравой. Шекспир, между прочим. Он велит только в твоем исполнении. Пожалуй. Зацелься! Фунтик, огонь! Я был слишком молод и прекрасен. Что ж, последний выход. И в зале полный аншлаг. Эта лягушка не ядовитая. Что? Мы не умерли. Это заблуждение. Она безвредный псевдодреволаз. Это видно по розовым пятнам. Но мои родители говорили мне, что я ядовитая и не должна ни к чему прикасаться. Хорошие видно родители. Ух ты! Значит... Не жалейте крыльев, лапы, хвостов! Приветствуйте самое!